Всем привет! Привет! Всем привет! Жду Светочку. А пока... А вот и Света. Светочка, тебе нужно отправить мне запрос. Всем привет, привет, рада вас видеть. Так, запрос. Всем привет. Света подключается. О, привет. Привет, привет. Всем привет. В общем, у меня такое состояние, о котором даже говорить не хочется. Честно говоря, я даже сделала несколько этих асан йоги, потому что энергия просто прет. Состояние оргазмическое совсем. В общем, не знаю пока, что говорить. Я знаю, что тут там говорят, там как-то представляют людей, чем мы будем заниматься. Это все очень, видимо, не случайно, потому что я практически в таком же состоянии. Я очень понимаю, о чем ты говоришь. Я только что вышла из погружения с нашим волшебным мастером Евой Бюксель. И мы тоже с ней посмеялись, что, наверное, в эфире будет такая волшебная тишина, да, потому что говорить невозможно. Такое состояние, правда. Да. Идут мысли, знаешь, по сравнению с теми эфирами, которые я вела раньше, сейчас состояние, ну, совсем другое. А раньше это совсем раньше. Это, ну, год, полтора. Ну, это было, да, это было, да, а вот сейчас. Состояние просто... В общем, дорогие слушатели, мы делимся с вами состоянием, а вы что хотите с этим, то и делайте. Да, но я на самом деле заявляла о том, что мы будем в эфире быть. Это, ну, как бы, как пришло, так и передаю. Да? То есть желание сильно передать какую-то информацию, его нет. Есть побыть в ясности, хочется... Вот этой ясности хочется почувствовать с разных граней, с разных сторон вот эту тему на сейчас. Тема, как я заявляла в анонсе, тема звучит «радость тире или равно радость» или «радость равно компенсация грусти». И если это вопросы, которые я заявляла в анонсе к всем, я не знаю, слушателям, смотрителям. Кстати, этот эфир я потом загружу и на YouTube свой канал. Вот, поэтому я думаю, это если сейчас просмотрит не так много или не будет в онлайне, то потом это пойдет дальше. Почему-то я очень рада. Да. Вот. И вопросы, которые я задавала в анонсе, в пространство, это... Как? Я прочитаю. В чем разница? Чувствуем ли мы разницу между радостью, которая настоящая радость, и радостью, которая компенсация грусти? И замечаем ли мы это у себя? Что вообще такое вот это радость-радость? Как так происходит, что существуют две разные радости? И если... Ты знаешь, я когда начала погружаться в это, ты же поделилась со мной темой, и последние пару дней как-то все начало собираться про это, и я почувствовала, что даже, наверное, не две их этих радостей, а гораздо больше, да, их много оттенков, и хочется вообще нырнуть в суть. Во-во. Что есть радость? Да, давайте вот про эту ясность, да, хочется туда погрузиться и почувствовать, что есть истинная радость, что мы называем радостью и что ею является на самом деле. Поэтому я тут уже очень много вариантов радостей отловила за вот период, пока готовилась внутренне к этому эфиру.
Так что действительно, действительно это интересно, потому что, как наверное, на все понятия, которыми мы оперируем, вот так в обиходе, не задумываясь, да, не осознавая, налипло, да, прицепилось очень много к ним каких-то таких шаблонов, ярлыков, да, каких-то ложных представлений о том, что это такое на самом деле. И как я чувствую, в понятии радость сейчас очень много, ну, действительно, противовеса, как ты говоришь, да, это противовес грусти. Да, если нам не нравится грустить, да, мы себя затягиваем насильно вот в это состояние радости, как будто вот там у меня все хорошо. Mm-hmm. Да. Это какая-то такая привычка. Ну, она, конечно, из детства, да, растет, когда у нас, как в детском возрасте, да, мы либо радуемся чему-то, да, либо огорчаемся. Да, все как мы хотим или как-то как мы не хотим. И вот это вот какое-то залипание, да, привязка к тому, что так вот все и остается в жизни, да, она, наверное, накручивает еще такое вот восприятие радости, как да, противовес какой-то, когда мы не хотим печалиться, когда мы не дружим со своей печалью, когда не видим ее красоты, да, но здесь, опять же, цепляется все остальное. Да, точно так же, как на радость навешано много чего-то неестественного, да, неприродного. Также и на все остальные чувства и понятия, да. Тогда что такое грусть, да, что такое печаль, давайте еще в это посмотрим, да, что мы пытаемся, из чего мы уходим, да, что мы пытаемся уравновесить. Во-первых, равновесие, да, это вот, люблю повторять, да, что равновесие, оно в статике не существует в жизни. У меня вопрос, ну, вот. А пытаемся ли мы уравновесить, что мы на самом деле делаем? Да, что мы на самом деле делаем, да. Вот чтобы так все замерло и осталось, ну, это же не про жизнь, вы прям почувствуете. Ну, так раз, и все так зависло, замерло. Это же не про жизнь. Жизнь — это вот эта балансировка между, да, между какими-то полярностями. Вот это есть жизнь, да, все происходит между. И когда мы из всего утягиваем, точнее, все утягиваем в какую-то одну крайность, ну, такой хороший перекос получается, да, какой-то. Mm-hmm. А как же все остальное? А как все остальное? И что такое это все остальное? Да. Тогда вопрос, что такое радость? Я буду возвращать всегда вот в основные слова, потому что они несут некий смысл на данный момент, и то, что мы пытаемся, да, хотим выяснить. Ну вот мне, да, буквально вот сегодня, еще благодаря вот этой моей сессии с Евой, как-то яснее, еще яснее стало. Понятно, что это получение этой ясности — это бесконечный процесс. Но даже если посмотреть в семантику, да, кто любит разбирать там на запчасти, на первые элементы, радость, да, как будто бы солнца достаточно, да, всем всего достаточно на самом деле. И вот это осознание, что все есть, да, всего достаточно, солнечного света всем хватает, да, всем солнце светит, причем одинаково. Это вот то состояние спокойно, хорошо, когда я просто знаю, что у меня все есть. И по-честному. Вот прям по-честному. По-честному, да, по-честному. И вот тут такая тонкая грань, как мне видится, да, между радостью и эйфорией. Да? Мы очень часто подменяем состояние радости, точнее, понятие радости, понятием эйфорического такого переживания, когда... А вот эта эйфория, да, она же на самом деле граничит со страхом потерять. Вот я настолько боюсь, что это исчезнет, что сейчас вот прям... агонию какую-то проживаю, да? Существует, возьму ее, буду ее держать, меня начинает колотить. Да, а то вдруг исчезнет, не дай бог. И вот это на самом деле такая маленькая агония, да, когда мы боимся отпустить, боимся вот этого исчезновения, какой-то микросмерти такой, да, того, что мы как будто получили, как будто больше этого не будет, как будто это вот сейчас и все, и больше никак. А когда я знаю, что это есть всегда, и сейчас это пришло, потому что это мое желание, сейчас вот это расширяет мое счастье, да, и я просто становлюсь еще больше, да, я это принимаю, но я не держусь за это, да, я спокойно реагирую на то, что это приходит и уходит.
То есть это сейчас какое-то такое тихое удовлетворение тем, что происходит. Да? Это синхронизируется с моим внутренним чувством, с моим желанием. Это соответствует моему волеизъявлению, да? Моему желанию, вот именно желанию, да, как навигатор такой. Куда я хочу, чего я хочу. Ага, совпало. Классно. Удовлетворение, радость. Мне тихо, спокойно, хорошо. Да? Если как-то по-другому, то, может, как-то надо там сесть на другой стул, да, или как-то, ну, подвинуться в пространстве, чтобы опять вот это вот удовлетворение возникло, да. И тогда это не переходит вот эту черту опаски, страха. Вдруг будет как-то по-другому. Но если будет как-то по-другому, я просто как-то перемещусь, подвинусь, и опять вот, и опять все есть. И опять все есть. Да. Перемещусь, подвинусь изначально в своем сознании, потому что вовне, ну это да. Вот, кстати, чувствую, что ты говоришь, понимаю, что ты говоришь, момент только в том, что нам хочется, ну, мне хочется прояснить вот этот вот второй, то есть ты говоришь из целостности, то есть все есть и все прекрасно. У меня пришла эта тема на выяснение и до выяснения. Я понимаю, что это нужно мне. То есть то, что это в прямом эфире, это только, ну, как бы добавляет жару, я бы сказала. Вот. Но мне правда хочется это выяснить, потому что я начала замечать в моем окружении, понятно, что это мое отображение, очень яркие такие моменты, когда вплоть до того, что люди занимаются осознанностью, люди много чувствуют, много знают, но есть один момент. Ну, то есть я укращаю вот все то, что, ну, я вижу, да? Есть один момент. То есть так как практика чувствования себя, ну, дает свои плоды, и чувствование пространства, чувствование людей, очень легко стало, ну, стало вообще возможным наблюдать и замечать те моменты, когда вовне я улыбаюсь, то есть человек улыбается, а чувствую я какое-то непонятное что. И вот этот вопрос, а что происходит? Ну, какой-то, я чувствую какой-то диссонанс, да? А что это? И вот тут, вот эта тема, когда радость — это радость, да, где мы ее можем увидеть? В детях. Это очень просто. Маленьких детях. Они как это, ну, как что вижу, то пою. Как есть, так и есть. Если плачу, то я плачу. Если я радость, они не зацикливаются. То есть как бы нет вот этой радости с привязкой или там я подожду, или там что-то. Ну, короче, вот эта вся мишура взрослая, которая совсем не про момент здесь и сейчас, да. А вот там все вот как раз течет. И когда вот эта радость, она есть, ты чувствуешь, то есть, ну, что-то происходит в пространстве, что тебе прям, ну, радостно, по-честному, по-чистому. Но когда есть радость, а внутри не, вот это, ну, чувство непонятно что, возникают вопросы. И тут, как ты говоришь, много очень оттенков. То есть компенсация грусти — это так назвать, чтобы, да, отделить радость чистая и радость компенсация грусти, уход. Тоже, вот знаешь, пока не забылась, немножко тебя перебью, ты говоришь, я улыбаюсь, а там непонятно что. А почему нет? Почему нельзя грустить даже, если вот возьмем грусть, улыбаться и грустить одновременно? А вопрос не в этом. У меня. А о чем? Можно улыбаться и грустить. И особенно, когда, ну, я это осознаю, то есть я улыбаюсь, но при этом я грущу. С этим все прекрасно. Момент в том, в момент, как я это чувствую в обмане. Когда человек, то есть это происходит тогда, когда человек не осознает, что он радуется, или я радуюсь, но при этом честна ли я с собой, я реально радуюсь, или я в кредит радуюсь. Ну, то есть, я радуюсь, на самом деле, ну, то есть, когда это происходит неосознанно.
Ты имеешь в виду, что это как какая-то привычка, да, натягивать радость? Да. Вот, в любой непонятной ситуации улыбайся и радуйся, да? Или непонятной, или некомфортной, или когда неудобно, или не хочу там говорить на самом деле, что я чувствую, да, потому что там что-то, что-то не так подумают, будет Ну тут страшно. смотри, если я прям чувствую и распознаю, что я чувствую, Так. То вряд ли тут есть место сомнениям. 100%. Но когда нет. Тут, наверное, еще про навык понимать, узнавать свои чувства. 100%. Я-то что-то чувствую, но что это такое? Я же никогда в это не смотрел, да? Мы с чего там, чему мы учимся? Читать, писать, считать, не знаю, там, ходить строем, петь хором, чем там еще учимся, да? Что-то из себя представлять учимся. А что делать с чувствами? Что я вообще могу чувствовать? Да, вот вся эта гамма, все это богатство проживания жизни, как с этим, вот как с этим своим конструктом быть? Мы обычно не задумываемся, да, ну вот как-то, ну вот. Оно как-то есть и есть, да, мы иногда острые какие-то чувства не можем проигнорировать, но поскольку мы понятия не имеем, что с этим делать, да, то так, засунься обратно, да, как-то не мешай, не вспахивай тут привычную дорожку, да, не надо тут новизну какую-то вот эту непредсказуемость приносить, все по плану, да, и тут вдруг я что-то чувствую. Поэтому для меня это скорее про именно вот тот самый эмоциональный интеллект, да, про способность распознавать, различать собственные чувства. Это природная штука, и как по мне, в первую очередь, детей важно научить этому. Детей? Вообще, ну вообще, да, хорошо, если с детства это вкладывается, тогда легче, да, наверное. Но как бы это от возраста, конечно, не зависит, было бы желание, потому что это же внутренний навигатор какой-то, да? Ну, на что еще ориентироваться? Когда вот так впадаю в ступор, я что-то чувствую, но не понимаю, что со мной происходит, и что мне тогда делать? Вот я и зависаю в сомнениях, потому что мне непонятно, что я чувствую. И тогда что? Вот как мне с этим? Вот. Это прям моя, ну, история, я думаю, что история многих, но буду говорить про себя, конечно. Сколько я себя помню, я не понимала, что происходит. Почему я себя так чувствую, что это такое? Ну, то есть, и вот это вот, эти вопросы были с самого-самого детства. Да. Ну, они объяснились чуть позже, но это тоже, ну, короче, все совершенно, все происходит в самый прекрасный момент. И у меня тут вопрос, Светочка, как ты думаешь, ну, то есть мы определили, да, что вот этот эмоциональный интеллект, я тоже о нем хотела говорить, ну, то есть это просто одна из базовых моментов, один из базовых моментов, которые просто должны быть. Я, кстати, недавно, ну, в общем, оно просто подтягивается, да, информация подтягивается. Вот этот вот эмоциональный интеллект – это один из самых-самых-самых ценных навыков. Ну, он бы вообще всегда таким был, но ну, осознали мы это сейчас. В силу чего угодно можно перечислять кучу всего, но это происходит. Даже вот, вот мы это уже приняли, да, то есть мы это понимаем. Теперь, ну вот… Вопрос по поводу радости, которая компенсация грусти. Ну, или всего остального, да, если я беру, я когда говорю грусть, я беру все остальные чувства, которые не чистая радость, да, а там их, ну, и страхи, и переживания, завтрашний день, и все, что возможно, да. Вот как так происходит? Для чего человек пользуется вот этим инструментом? Как так вообще происходит? Ну, это два вопроса, да. Для чего? Для чего нам это? Для чего мы перетягиваем все на сторону радости? Ну вот этот вот позитивчик, ага. Но при этом нам не очень... На самом деле мы не чувствуем вибрации позитива. Давай так, значит, сразу. Позитив сам по себе, как я это понимаю, он сам по себе, с ним все в порядке. Позитив и позитив.
момент, опять же таки, когда внутри непонятно что, или боль, или грусть, или тоска, страх, что угодно. А вовне я позитивный. Для чего мы этим пользуемся? Ну, я бы вообще исходила из вот этого восприятия, да, когда мы делим на позитивное и негативное, у нас появляется... Да, как бы вот из этого раскола, и получается вот эта неуверенность, сомнение, да, куда мне пойти, к умным или к красивым, да, как правильно. Кто вообще знает, как правильно, ну, вообще существует ли правильно, неправильно, да. Когда мы себя помещаем вот в это мышление, где есть распутье, как будто бы, что есть вот одна часть и другая часть, выбирай. Так а во мне же и то, и другое, как я себя пополам разделю и возьму только одну свою половину. Да? Поэтому если посмотреть во все чувства и эмоции как в богатство, да, как вот этот вот целостность, да, как шарик, и там есть все, вообще все. Вот есть и такое чувство. Вот такое, и грусть, и пренебрежение, и брезгливость, и восторг, и восхищение, и радость, и влюбленность, и возбуждение, все, что хочешь там есть, да, и гнев, и ярость, и ну, все, что можно вообразить, есть. И у каждого есть этот целостный шарик. И если смотреть на богатство вот это, на многообразие, то уходит мотив делить это на плюс и минус. Просто всему есть свое место, свое время, да. Ну, вряд ли радость нам поможет, не знаю, может, ну, она тоже не всегда уместна, да. Если она фейковая, конечно, она неуместна. Если она по факту, да. То, что родилось естественным образом, оно же ну, не просто так возникло, у него есть функция. Да, у каждого чувства, у каждой эмоции есть функция какая-то. И они все нам служат, да, они все хороши к месту и вот там, где они возникли, значит, это нужно для чего-то. Mm-hmm. Да. И мы с этим либо соглашаемся, либо не соглашаемся, но это уже как бы на уровне ума, на уровне личности своей. То есть мы себе там придумали какую-то свою картинку, да, вот надо быть таким каким-то правильным, да, вот это вот, вот это вот вообще идея, что как-то чувствовать вот какие-то чувства правильные, а какие-то неправильные. Опять вот этот вот раскол, да. Надо быть позитивным человеком, надо быть каким там еще дружелюбным человеком, надо только отдавать, надо думать о близких, да, в первую очередь, да, что там еще. Ну, вот эти вот все шаблоны, какие-то социальные установки, да, они загоняют вот это, что вот так хорошо, а так не очень хорошо. Хорошо, да, если ты будешь так себя вести, ты получишь конфетку, а если будешь себя вести вот так вот, то тебя там выгонят из партии, к примеру, да. Но это же весьма ложные такие плюшки, да, поэтому... Да, но на этом зависают, мы зависали и зависаем все еще очень. Вот этот момент позитива, ну, вижу это как будто бы позитив безопаснее, да? Вот как какая-то такая вот есть идея. Как будто бы так безопаснее, как будто бы так тебя не выгонят, да? То есть тут включаются такие страхи, да, что если ты будешь проявлять негатив, условный негатив, да, то вот за такие-то чувства ты получишь такую-то реакцию, да? А за вот такие чувства ты получишь какую-то другую реакцию. И как будто бы, да, ответственность за то, что происходит, на вот этой реакции. Да, если со мной вот так поступят, значит, вот так моя жизнь сложится, да, а если по-другому, то, ну, как бы вот, я обречен на какую-то там судьбу такую. То есть это опять же вот из этого детского, да, если мне купят машинку, я буду радоваться, у меня жизнь удалась, а если не купят мне машинку, да, то... Ну, в общем, родители какие-то у меня неудачные, да, и вообще, ну, в общем, тут у меня. Тут я себе записала один из вопросов, но сейчас вот подтягивается он. То есть вот это вот, если я буду хорошим, если я буду вести себя хорошо, да, и будет так-то, так-то. Если я буду так себя вести, типа плохо, типа негативно, будет какие-то последствия. И тут момент очень... как сказать? Тонкий, с одной стороны, с другой стороны, он уже на поверхности. Ну, в моем видении, когда человек
негативный, ну, грубо говоря, да, то есть вот он плохой, он такой, он так себя ведет, он там может нагрубить, он может сказать тебе что-то прямое очень нехорошее, то есть это считается типа негативный человек, да. А когда человек улыбается вечно, ну, то есть он в расположении, то есть вот это вот все. И момент в том, что я заметила, что иногда проснуться, как бы, да, и отказаться от негатива намного легче, нежели снять с себя маску позитивного человека. Один маленький пример. У меня было два руководителя давно-давно. Я не помню, может, я тебе об этом рассказывала. Прям, да, какую-то историю ты говорила. Ну, пример. На самом деле, таких примеров много. Я могу вспомнить свою первую подружку в школе. То есть люди, которые вот прям они позитивчики, ты их воспринимаешь, да? То есть как бы по-чистому. Ты вроде как хороший, то есть ты там, я не знаю, делаешь комплименты, то есть, ну, ты в расположении, да? То есть ты хороший. А когда человек, ну, второй, это был один руководитель, да? Второй руководитель был вот прям злым человеком. И так и относился. Я сначала думала, что это только ко мне, на самом деле оказалось, что ко всем. Ну, то есть такой человек, типа как, хорошо. Ну, честно сказать, как бы мне он больно не делал, как бы я не чувствовала там какой-то несправедливости со своей стороны тогда, да, много лет назад, я ему на самом деле очень благодарна была. И я тогда уже говорила, что мне с ним просто. Я понимаю, что он вот такой. Вот такой он. И я понимаю, что там как бы, ну, веду с ним, ну, ведусь, как это, веду себя с ним по-честному. То есть он меня не любит. Там, он такой-то, такой-то, ну, то есть, ну, без проблем вообще, все чисто, просто и понятно. Имеет и право меня не любить. Право, ну, бывает, ну, что такое? Да. А получается, когда вот тот, который позитивный, в общем, в один прекрасный момент меня якобы подставил. Ну, якобы говорю, потому что сейчас я понимаю, что все совершенно, но на тот момент это, ну, как бы, роль и персонаж, и кино было такое. И это было настолько... Во-первых, шок. Типа, как это? В смысле? И, во-первых, я поверить не могла. Потом вот этот шок, потом обида, злость. Такое, типа, все, общаться не буду, бла-бла-бла и тому подобное. И тут, ну, как бы, вот этот момент. И тоже, да, вот эти вот моментики. Так же нельзя поступать, да? Так нехорошо, да? Там как-то так. Да, это тоже есть момент. Это еще отдельная ветка, да? Но я о чем? Что когда ты просто негативный, и вот, ну, тебе хреново, или ты плохой, ты там всех, ну, вдоль и поперек. Ну, то есть, ты такой, это по-честному, как для меня. Человек имеет право быть, каким хочет, он честный. Но когда происходит вот это, и самое интересное, иногда же нет мотивов даже плохих, да, то есть, когда я тут улыбаюсь, а там у меня вот это вот. Тут для меня очень ярко на поверхность выходит тема степени честности с собой. И опять же, это, опять же, поворот внутрь и только. И вообще все эти темы, это поворот внутрь. Ну, да. Хотелось вот это раскрыть, да? Потому что у меня вопросы периодически, они возникают, они бурлят, ну, как бы. Их надо отдать, да? Выпустить, отдать, проговорить. И оказалось, ну, то, что я увидела. С этим тоже все в порядке, конечно же. Но вот даже не переступить, а отказаться, да, когда я просыпаюсь, я понимаю, что то-то делать, ну, оно ничего мне хорошего не приносит, да, ну, якобы будучи негативом, да. Когда человек цепляется за вот эту позитивность, а внутри черти что, это прям вдвойне негатив, как для меня. И я чувствую, потому что ты еще себя обманываешь. Вот, да, во-первых, чтобы что, да, в чью пользу я себя обманываю, кому от этого лучше-то будет? Вот, но это, опять же, вопрос сначала к себе, даже да, вопрос себе, не я обман, себя предаю, а да. Чувствую ли я, ну, как бы, понимаю ли я, что я чувствую на самом деле, улыбаясь и хотя бы быть хорошим, имея самое лучшее намерение, там, ну, как бы, я не знаю, не сделать плохо, не причинить обиду. Не, что... тут вообще, знаешь, вот тоже хочется еще такую штуку вспомнить.
Если бы мы испытывали только счастье и радость, мы бы очень быстро сошли с ума, мы бы слетели с катушек, наша психика бы этого не выдержала. Потому что здесь еще такой момент, баланс-то все равно происходит, да? Чтобы периодически чувствовать радость, нам надо иногда огорчаться, нам надо иногда погрустить, нам нужно иногда попечалиться, чтобы отпустить предыдущее и наполниться чем-то новеньким, свеженьким. Да? Mm-hmm. Если я не позволяю себе выплеснуть условно негативные эмоции, плюс еще такой момент, вот ты говоришь, они мне ничего хорошего не принесут. А так ли это? А так ли это вообще? А давайте посмотрим, для чего они существуют. Да? Тот же гнев, то же раздражение, та же агрессия. Это для чего? Посмотри честно, ну что ты там для себя не делаешь, что у тебя уже такой протест внутри кипит, да? Ну что ж ты такое до сих пор не сделал для себя? Это следующий, один из следующих, как да. бы, окружений. Это же тело кричит, да посмотри ты, вот у тебя тут, вон, ну там, я не знаю, дырка, вот это, как там ролик вот этот был, про гвоздь в голове, да? Конечно, я раздражаюсь, у меня гвоздь в голове торчит. Да? Я смотреть в это не хочу, почему-то меня все бесит, да, ну, вынуть гвоздь нет, никак. Это, ну, как бы нельзя испытывать негативные эмоции, ну, да. Для чего мне раздражение? Чтобы гвоздь вынуть. Ну, понимаешь, если бы вот прям торчал гвоздь, было бы понятно. А вот момент с чувствами и с эмоциями, это такое, знаешь, знаешь, что у тебя гвоздь во лбу, если не чувствовать? Прекрасный вопрос. Но опять же, да, ну как бы, скажем так, цель эфира не то, что разворачивается, а это все вокруг этого. То есть это все вокруг честности с собой. То есть радость, 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 компенсация грусти — это тема про честность, про уровни честности с собой. Для того, чтобы было ясно, мне хочется проговорить ответ на вопрос, что заставляет людей пользоваться все-таки вот этой компенсацией грусти. То есть когда мне хреново, да, а я улыбаюсь. Вот что? Как ты это чувствуешь? Как ты это видишь? Что по пунктам, если есть у тебя? Что меня, тебя, если до сих пор ты периодически там пользуешься, возможно, там осознанно, неосознанно бывает, ну, не знаю, с памяти, там, неважно, просто ты, ну, как бы, в общем, вот мы можем перечислить, что заставляет человека пользоваться, даже не так, пользоваться радостью, как компенсацией, а не радоваться по-честному, вот. Ты вот пока говорила, мне даже вот такое пришло. Это же действительно как, ну, как какой-то наркотик, да, обезболивающее. Да? Мы примем таблетку радости, чтобы не испытывать какого-то другого симптома. Угу. Мне не нравится то, что я чувствую, поэтому я натяну на себя радость и буду радоваться. Да? Это привычно, это понятно, это социально поощряемая вещь. Буду радоваться. Ну, угу. Так понятнее. Да? Я спокойнее так. А то, что по-настоящему внутри меня происходит, да, это уже такое дело. Оно-то никуда не денется. Оно-то никуда не денется. Это просто наркотик, да, это просто. У каждого есть свой наркотик, да, мы все наркоманы в каком-то смысле, да, мы зависим от каких-то эмоций, от каких-то своих привычек, да, от каких-то своих убеждений. Мы все равно в той или иной мере эту зависимость в себе можем найти. Да, чего. Кто-то там впадает в здоровый образ жизни, да, кто-то, я не знаю, там, во что угодно, да, там, в какую-то социальную помощь, да, кто-то там, там спасение кого-то, да, кто-то в создание там, какого-то внешнего облика, кто-то в какое-то достигаторство, кто-то там детям себя посвящает вот, на 100%. Да? То есть все прекрасные дела, самые, ну, как бы благородные. Специально, да? Поощряемые дела. Но что на самом деле происходит? Да? Я как бы выхожу из себя и начинаю, ну вот, чтобы ничего не чувствовать в себе, я перестаю жить свою жизнь и помещаю себя в какую-то иллюзию. Что не радость. Ничего не чувствовать из того, что не является тем, что
Типа И я тогда не чувствую, чего я на самом деле хочу. Будет меня тогда радовать то, что я делаю? Я вот убеждена, что вот это хорошее дело, я им занимаюсь, оно должно приносить мне радость. Я даже признаться себе не могу, что мне от этого не радостно, по-честному. Это же хорошее дело, я же должна быть счастливым человеком. Что-то со мной не так, значит. Что-то значит со мной не так. Я буду еще больше заниматься этим делом. Я буду стараться радоваться и найти, наконец, эту радость. Она же там должна быть. Но как мы можем по-настоящему что-то дать миру, да? По-настоящему что-то, чем-то поделиться, как-то сопровождать, да, людей, ну, условно скажем, помогать им, да? Когда мы нащупали свое истинное желание, да, удовлетворяем его, да, когда мы находимся в состоянии гармонии, да, сонастройки с собой, мы счастливы, у нас этого много, и тогда мне есть чем поделиться, тогда я не боюсь потерять. Да, я тогда не опустошаюсь, когда я кому-то что-то отдаю. А у меня этот фонтанчик, да, он же, это же бесконечный источник, когда я к этому подключаюсь, у меня это всегда есть. И когда каждый подключается к такому же фонтанчику, да, мы начинаем обмениваться вот этим, вот этим изобилием. Во мне не помещается, вот, берите, да, передаю, делюсь, да, и каждый так. И мы вот этим вот начинаем обогащать друг друга, да, и это тогда не про убегание, да, а вот тебе и радость. Истинная. Ты сказала, как ты сказала, якобы помогать людям или как-то так. Якобы, да. Это на самом деле же не про якобы, это наоборот, это как раз истинная помощь, когда из тебя фонтаном бьет. Я, кстати, сегодня попала на одно видео, там говорилось про финансы и тому подобное, вот эту всю систему, что сейчас происходит. Ну и пришел разговор к тому, что производить продукты, да. И женщина говорит фразу, я, кстати, поделилась этим видео в Фейсбуке, в общем, женщина говорит фразу: ты не ешь, ты не съедаешь больше, чем ты производишь. То есть, когда мы занимаемся, да, там, выращиваем, не знаю, помидоры, или я говорю, мы не съедаем. И у меня такое, точно. Причем это не касательно только продуктов, да, это вообще, когда из тебя это исходит, это не то, что тебе, ну, там, мало, или это только мне, а это... Это даже нельзя сопоставить. То, что из меня выходит, когда я на своем месте, когда я вот честный с тобой, по-настоящему радуюсь, оно же я могу этим накормить, ну, просто, грубо говоря. И не истощиться от этого, да, потому что когда я отдаю то, чего у меня нет по-настоящему, да, я же себя убиваю. Ну, кому я делаю лучше? Да. Или неужели это, вот какой вкус у того, что я отдаю, когда я себя убиваю. Под названием позитив, да, или что-то хорошее. Что я отдаю? Да, я же свое, я страданием своим кормлю людей, да, ну, да. Что я множу, да, что я умножаю на самом деле. Когда я вот это настоящее отдаю, да, когда я вот этим делюсь, распространяю вот это же и множится. Это совершенно другой вкус. Это действительно как про пищу, да, какая это пища? Чем я кормлю тем, кто рядом со мной, да. Тех, кто рядом со мной? Когда я насилую себя, да, вот это же действительно насилие, да, заставлять себя испытывать радость от чего-то. Я вот себе придумал, что вот это правильно, вот так надо делать, я должен от этого радоваться. И это же насилие, это акт насилия. И я и себя насилую, и других насилую в этот момент. Ага. Это про глубокую-глубокую честность, да, это сильно переворачивает социальные шаблоны, да. Но кислородную маску сначала себе. Ну, по-другому, только через себя. Если я с собой, что я дам людям, да, я людям даю то же самое, я с ними так же обращаюсь, как с собой. Угу. Если я могу с собой бережно, честно, любовно, заботливо, тогда я это же могу дать другим людям. Если я себя добиваю, уничтожаю, разрушаю, лишаю себя чего-то настоящего, этим я и делюсь. То извините, да, как бы мы это ни называли, но по-честному это будет вот так. Как бы я, да, как бы.
я этим не называлась. Пришла сейчас фраза, впервые я услышала ее года 4-5 назад у Сергея Довлатова, который говорил, что такое счастье. Счастье — это когда внутреннее соответствует внешнему. Ну или наоборот. В любом случае, да, все начинается внутри. И опять же, уровень честности с собой — это поворот внутрь, и это в каждое мгновение, насколько я честна с собой, то, что у меня сейчас внутри и что я отдаю. Как ты говоришь, как бы я ни называла то, что я делаю, хоть, я не знаю, Божьим делом, если у тебя внутри, ну, в общем, сейчас я, сейчас мне подтягивается. Состояние, да, состояние не замаскируешь никакими названиями, да? Ну. Поначалу замаскирую, возможно. Уже сейчас я даже не знаю, потому что сейчас, ну, как бы реально, ну, практика последних, там, 4, даже больше года, вот это чувствовать, то есть слова не важны. Даже, кстати, я даже слышу это очень-очень-очень давно. Неважно, что тебе человек сказал, человек запоминает, ну, как ты заставил его себя чувствовать. Почему так? Вопрос. Почему? А мы-то пользуемся словами, мы, ну, как бы... Вот эта поверхность, ну хотя про слова тут можно тоже очень много всего говорить, они с одной точки это расширяющее что-то, да, с другой точки это наоборот сужающее что-то. При этом, ну, возвращаясь к нашей теме, что бы мне ни говорил человек, что бы я ни говорила, вибрация есть вибрация. И, да. И хоть ты что. Одну и ту же фразу, можно сказать, с огромной любовью, да, и человек расплывется в улыбке от этого. А можно те же самые слова, ну, такое в них вложить, что человек потом 3 дня болеть причем будет. Реально, буквально те же слова. Даже да. Поздороваться так можно. Одно слово, да? А чувствуешь ты просто кардинально разный, вообще полярно разный. Как это получается? Почему? Еще один вопрос. Ну вот правда, правда, вот можно даже вот вспомнить буквально, да, наглядно, там, кто в многоквартирных домах живет, да, как вот в подъезде встречаешь человека, и по одному приветствию вот какое-то ощущение в ответ рождается, все да? Да. И мы такие, да нет, то мне показалось, если что-то не так, то нет. А сейчас уже такое даже не возникает. Ну, в смысле, мне не показалось, я чувствую то, что я чувствую. Да, один поздоровался. И уже никуда идти не хочется, да? А другой скажет привет, и ты вот просто выпархиваешь, да, на каких-то крыльях радости, вот от этого импульса. Поэтому действительно состояние, это, ну, кажется, да, что мы можем обманываться, да, там ум поведет и скажет, вот так хорошо, это хорошо, на самом деле, кушай, это хорошо. А тебе только, ну, это невкусно, ну, это невкусно. Даже если это хорошо, сейчас мне оно нехорошо, мне не хочется. Хотела вернуться к твоим словам, когда ты говорила, опять же, да, про радость, сейчас я вспомню, оно никуда не денется. То есть, когда мы начинаем заниматься чем-то хорошим, одним словом назовем это так. Ты сейчас про что хорошее? Неважно. Любое дело, там, благо, я не знаю, волонтерство, что угодно, да, вот мы занимаемся чем-то хорошим. И из, я имею в виду, из того, что радость — это компенсация грусти, да, то есть мы уходим. Ну, смотрите, когда мы придумали себе, что есть хорошее, да? Да-да-да. Угу. Вот эта твоя фраза, оно же никуда не денется. Вот давай раскроем вот этот момент. Оно никуда не денется. Вот это вот хорошо. В общем, опять же, то, что мы чувствуем что-то плохое, да, от чего мы, что мы компенсируем радостью, оно никуда не денется. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, это про истинное ощущение радости. Да? Это осознание, что у меня все есть в нужный момент времени, да, в нужном месте, в нужное время для меня все необходимое для меня есть. Я это прям знаю. Это не то, что я там в этом пытаюсь быть уверенным, как-то себе там страхую это, там, запасаю, удерживаю. Нет, это я просто знаю, что так есть. И когда я это получаю, да, в каждый момент я это получаю, и я испытываю вот эту тихую, спокойную радость. Вот этого соответствия. Как ты говоришь, внутреннее соответствует внешнему в такой момент. А если мы говорим про что-то, то, что не нравится нам, мы чувствуем. Насколько это...
насколько это момент, как ты сказала чуть раньше в эфире, что оно же тоже не просто так, оно же, что значит плохое? Что значит вот некомфортное чувство? Да, вот что значит плохое? Плохое, хорошее существует только для нашего ума, да? Все остальное существует для того, чтобы выполнять свою функцию. Когда я чувствую, ну что там возьмем, ну какое-нибудь негативное, назови мне, проживание, там, ощущение, чувство, ну, например. Тревога. Ну вот тревога, да. Я испытываю тревогу. Если я не убегаю из этого чувства, а смотрю в него, чтобы понять, для чего, да, какова его функция, то что я обнаруживаю, да, что я ощущаю какую-то небезопасность, да, мне не хватает каких-то данных, мне надо сориентироваться. И это меня толкает куда? В действие. Я иду и исследую, как все на самом деле обстоит. Когда я узнаю, как все есть на самом деле, мне уже спокойно, потому что я знаю, что делать. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что вот это вот никуда не это денется. Это потенциал для моего действия. Это энергия, которая толкает меня в это действие. А это действие чему служит? Моему благополучию. Хорошо. Если возвращаться в самое начало, то есть в это чувство, да, тревога. То есть эта тревога несет какую-то информацию определенную. То есть это не... Это вообще тема, кстати, твоего эфира у Макса, который ты... Что такое эмоции вообще, что такое вот эти вот чувства? И что они не просто так нам даны. Ну, то есть конечно, они, все не просто так. Место, они имеют, ну, как бы, свою функцию. Они для чего-то есть. Да. И если просто от них убегать... ну, я не знаю, я бежала очень долго. Мне это ничего не... Да, мы все этому хорошо научены, да, мы лучше всего этому научены, да, вот эта программа «Подумай, сделай», да, ну, всех же, наверное, из нас, ну, хоть очень хочется верить, что некоторые этого избежали, да, но, в принципе, шаблон «Подумай, сделай», «Будь умным», его впитывают с пеленок, да, а чувство, ну, это типа какое-то, ну, что-то лишнее. Но о чем можно думать, если я ничего не чувствую? Я не знаю, как мне с этим, да? Вот это мне нравится. Это. О чем думать тогда? Я вообще, ну какой вкус, какую радость жизни, какой стимул, какую мотивацию я буду ощущать, если у меня нет чувственного соприкосновения с жизнью? Тогда смысл вообще теряется. Что мне делать, если я все равно ничего не чувствую? Зачем тогда? Куда я движусь? Я не чувствую. Кто я? Я не чувствую. Как мне это? Я не чувствую. Зачем тогда, да? И когда мы получаем эмоцию, да, мы получаем с этим проживанием, с этим ощущением, мы получаем энергетический импульс к действию. Это наш навигатор, да? Это буквально вот такой вектор рождается, пучок энергии, и он тебя толкает сделать что-то. Для себя же, для меня же. Без вот этой энергетической направленности, да, я буду как я не знаю, как камень, да, я не буду знать, куда двигаться, я не буду знать, что мне сделать, как мне среагировать, да, вот этой адекватности в моменте не будет. А чувства мне помогают проживать мою жизнь, быть собой, да, как-то реагировать, отвечать на то, что жизнь приносит. Ну, это действительно, это на очень разных уровнях работает, да, ну, действительно, когда на меня нападает, там, или вот представь, да, ты там идешь с каким-то маленьким ребенком, да, и вдруг какая-нибудь там бешеная собака из-за кустов, да, ну, ты будешь правильно себя вести или сообразно обстановке? Что здесь тогда будет правильно, да, думать некогда будет, да, ты как-то будешь реагировать сразу. Естественно, эмоции проведут. Они дадут вот эту энергию, вот эту направленность. Тело проведет. Ясность. Да, и тогда все случится лучшим образом. Поэтому это невероятный подарок, да, возможность чувственно воспринимать, да, и эмоционально реагировать. Это же такой единый поток. Мы воспринимаем, пропускаем через себя, обрабатываем и что-то в ответ делаем. Как-то действуем.
скажем, какое-то поведение у нас происходит, случается. Мы же действуем всегда, только, как правило, да, зачастую это происходит автоматические реакции, о которых мы не понимаем, почему так происходит. То есть, опять же, мы возвращаемся в то, что мы просто не понимаем, что такое эмоция. Мы о них ничего не знали раньше. Опять же, мы возвращаемся к моменту, что нам просто необходимо вот этот вот эмоциональный интеллект в себе, что? Это даже, ну что, короче. Ну, признавать, принимать, оно же есть, да, у нас у каждого эти процессы происходят. Другое дело, обращаем ли мы на это внимание, осознаем ли мы это, пользуемся ли мы этим. Там, даем ли мы же забыли, оно у нас как-то атрофируется постепенно, да, если мы в это не смотрим, как любая мышца, как любой орган, если им не пользоваться, он перестает должным образом как-то включаться в процессы, да, ну не надо, так не надо. Но это же часть природы, да, это часть моего человеческого существа, это часть моей целостности. Uh-huh. Я же немножко, ну простите, недочеловек, если я не пользуюсь частью себя. Просто... это огромное богатство, да, это огромное богатство. Я просто вижу в этом как, с самого начала... Опять же, беру себя, то есть были вопросы, не было информации, вообще никакой. Ни у кого нельзя было узнать, что такое, вот что происходит, почему я так себя чувствую, почему я реагирую на песни определенным образом, почему люди на меня, когда я реагирую на определенные песни, реагируют таким-то образом. Даже вплоть до того, что у меня были мысли, ну, как бы задавать вопросы священникам. Ну, как бы, да, то есть как бы, типа как у меня было направление, да, понимать, что там, наверное, что-то знаю, да, но на тот момент, ну, там, много лет назад, пару раз ходила в церковь, то есть там даже люди разговаривают на таком языке, который я не понимала, о чем люди говорят, то есть, ну, да, с трибуны, с той стороны, и тогда вопрос задавать человеку, который говорит непонятно на каком языке, говоря на украинском, то есть, ну, опять же, такие, ну, мысль просто улетучилась. И вот я вижу в этом, ну, дальше оно, конечно, ну, как бы раскрылось, я поступила в университет, там нашлись люди, с которыми можно было поговорить, и вот с этого все началось. Началось это, ну, 20 лет назад. Сейчас я понимаю, что вот эта привычка, наверное, не обращать внимания на свои чувства и эмоции, там, где-то еще остается, но это один, ну, как бы, такой барьерчик. Дальше, следующий момент идет в том, что даже если люди смотрят свои эмоции, да, или даже, не то, что даже смотрят, а, ну, как бы, принимают, что они есть, да, есть эмоции, но не воспринимают их как что-то важное, что-то ценное, что-то актуальное, я не знаю. Но с другой стороны, если задуматься, все, что мы делаем для того, чтобы что-то чувствовать. Ну и тут уже каждому свое, что хочет чувствовать. И вот этот вот, опять же, привычка и там, не знаю, история, так случилось, так оно было, да, то есть не было, ну я задавала маме, например, вопросы, да, там, по поводу эмоций, чувствости, хотя мама моя одна из тех, которая смотрела в интуицию, ну, как бы, в свою жизнь, и смотрела на нас определенным образом, да, то есть, как бы, анализируя и смотря, что, куда, как, вот, хотя, это было, то есть, но если вот в целом, да, кто что думал про чувства, кто что там, ну, как бы, задавал вопросы какие-то про эмоции, не было, сейчас уже это все есть, сейчас уже эта информация вообще везде. Ну почему остается? Как так получается, что остаются люди? Это даже, наверное, вопрос вообще странный, риторический. Остаются люди, которые, ну типа, не обращают на это внимания. Что такого вот в этих чувствах, эмоциях, что заставляет нас туда не смотреть и не быть честными вот абсолютно с собой? Как ты чувствуешь, как ты это видишь? Да, мы уже хотели, да, по пунктам разложить, что людей в это толкает. Попытка номер два. Первое, что приходит, да, это страх жить. Страх жить, потому что есть такая идея, что кто-то знает лучше, что есть какая-то правильная, есть правильный способ жить.
А мне как будто надо его как-то узнать. А пока я его не знаю, как-то непонятно, как жить, да? Да. Но вот честно, честно же скажем, никто не знает, как жить. Никто не знает, как жить. Все сюда приходят и одинаково не знают, как жить. Как это рассеивание любых, ну, да, как... то есть искать кого-то, кто правильно умеет жить, у каждого будет своя жизнь, да, у каждого будет ее свое ощущение, восприятие. Да, у нас там вопросики появляются, да. Да, сейчас обратим на это внимание. Да, я прочитаю, да. Поэтому отсутствие, вот ключевая, наверное, штука в этом, ключевой момент, да, что мы забываем про свою связь с чем-то большим. И когда мы перекрываем себе вот этот поток, да, вот эту свою связь с чем-то большим, свою принадлежность, вот это ощущение принадлежности чему-то большему, мы теряем внутреннюю опору. Мы теряем связь с вот этим высшим знанием, которое знает, как мне жить мою жизнь. И всегда мне сообщает об этом, да, я-то сигналы принимаю, на самом деле, точнее, сигналы поступают, а принимаю ли я их, это уже вопрос ко мне. Uh-huh. И когда мы перекрываем, да, а наша цивилизация действительно очень помогала тому, чтобы мы отошли от своей природы подальше и придумали, как себе жить. В этом тоже есть смысл, да, я не говорю сейчас, что это плохо, в этом есть смысл эволюционный, но когда мы к этому возвращаемся, мы доходим до какой-то пиковой точки, когда мы уже прям совсем все смыслы потеряли, и мы начинаем это нащупывать. Где-то в глубине каждого из нас есть это чувство. Вот я недавно как-то поймала себя на том, что, я помню, ехала как-то вот через мост, так красиво было, вот птицы летели, возвращались как раз весной птички на свои гнездовья. И вот такая аналогия пришла, да, вот как птица знает, что ей к воде, да, куда-то, вот так и человек в глубине себя знает, куда ему. Он да, это чувствует, это заложено, да, это, ну, это суть, это всегда есть в каждом, да. Но прислушаться к этому, да, довериться, посмотреть туда, вот это момент, готов, не готов, созрел, не созрел. И когда мы все-таки в это смотрим, да, мы начинаем расчищать этот источник, мы восстанавливаем эту связь. И тогда мы обретаем это внутреннее знание, вот эту внутреннюю опору. Потому что никто, кроме меня, не знает. А как... И тогда, да, вот как, если вот это еще не нащупано, понятно, что мы начинаем опираться на что-то внешнее, на какие-то подсказки, которые социум придумал, да, какие-то шаблоны, какие-то сценарии, да, мы по ним ходим, но ничего же из этого ко мне не подойдет, потому что у меня будет своя жизнь, свой уникальный опыт, свои чувства, свои ощущения, свои открытия, свои, все мое, да, все так, не такое, как у других, да, как у меня ни у кого не будет больше, не было и сейчас нет, да, и каждый такой уникальный. Поэтому, когда нет вот этой внутренней опоры, понятно, что все остальное начинает ломаться, да. То есть пункт первый – нащупать внутри себя вот это ядро, да, вот это внутреннее знание и осознать, что все во мне, да, все ответы во мне, все знание во мне. Я хочу задать тебе последний вопрос, ну как последний, вот и сейчас потом прочитаю вопросы из комментариев. Ты сказала, когда вопрос готовности, как ты чувствуешь вот этот вот, когда я готов, это когда? Что должно? Это когда оно происходит. Вот если происходит, значит готов. А если... Все просто. Ну, да. Я имею в виду, когда ты готов становиться честным с собой. То есть, когда ты играешь, разница, да, вот этот вот переход. Когда ты играешь еще в эту игру, непонятно чего, уход от эмоций, от честности с собой, что реально я чувствую. И когда ты, вот когда все, когда ты смотришь внутрь, вот когда это больше, ну, чаще всего происходит, или, я не знаю... Ну, это, ты имеешь в виду прям там возраст какой-то? Или... Нет, я имею в виду состояние человека.
В каком состоянии человек прям готов? Что должно произойти с ним? Состояние, когда для него это меняется. Ну, это каждый это почувствует по-своему. Я не могу прямо писать, вот я могу свой опыт рассказать, да, как это для меня случалось. Я тоже долгое время зависала вот в этом непонимании, почему у меня то белое, то черное, да, почему вот. Ну, когда я слышала обратную связь, типа, ну, нельзя так себя вести, да, нельзя такой быть, да, с тобой что-то не в порядке, да, нельзя эти эмоции и чувства проявлять. Вот если тебе там, у тебя плохое настроение, да, то ты не имеешь права с этим настроением выйти в люди, будь в хорошем настроении. Но оно же есть. И долгое время эти поиски меня водили и еще больше раскачивали этот маятник, да, и все это приводило меня к такому выводу, типа, ну, я абсолютно не такой человек, как надо, да, в общем, как меня земля носит, да, ничего из меня не получится, короче говоря, в общем, какой-то я испорченный экземпляр, бракованный. И этот раздрай, он становился все больше, 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 потому что, ну, я это чувствую, но так чувствовать нельзя, что делать? Ну, не знаю, там, что-то надо сделать. И нашелся-таки, да, когда есть внутреннее намерение, нашелся-таки волшебный инструмент, да, но в моем случае это был дизайн человека, который мне принес на блюдечке вот это осознание, да, вот через эти двери оно ко мне пришло, что со мной все в порядке. И это нормально. И вот как только я приняла вот это негативное, черное, да, неправильное, там, не знаю, как его еще назвать, как только я в него посмотрела с любовью, случилась магия. Оно никуда не делось, но оно перестало быть черным. То есть у меня из черно-белого случилось разноцветное. Оно все стало одинаковым. Да? У меня перестала вот эта вот градация существовать. То есть это вот как в том анекдоте, знаешь, когда приходит там пациент и говорит там, доктор, ничего не помогает, вот уже к тем врачам сходил, к этим врачам, все равно вот болит там и все, никак не проходит. А психиатр говорит, ну вот вам, значит, таблеточка, выпейте, придете через неделю, расскажете как. Приходят пациенты, доктор говорит, ну что, как дела, прошло? Тот говорит, не, ничего не прошло, мы больше вообще не беспокоим. Вот, да, оно никуда не прошло, оно никуда не шло, оно есть, но оно перестало быть не таким. Я теперь знаю, для чего, я это полюбила, да, я в этом увидела красоту, это часть меня, я его не отдам, извините. Это мне надо, я это люблю. Да? То есть вот этот момент очень важный, и у кого он когда наступает, вот когда наступил, тогда и созрело. Да, когда это уже произошло, когда я не только об этом думаю, но когда уже что-то в действии происходит, по-другому становится в жизни. У меня это, да, ну это ты уже прям говоришь, когда это происходит, да, то есть когда переломный момент переломился и все, вот как бы оно по-другому. У меня произошел вот этот момент готовности, ну, то есть я через боль очень сильную, то есть я довелась боли со всей, ну, с разных сторон, вообще с очень разных сторон, оно все сложилось в одну кучку, я поняла, что если так еще денек, меня может не быть. Если и надо с этим что-то делать, потому что я хочу быть, я хочу. Ну и, конечно же, в тот момент уже было там разные, из разных источников шла информация, ну и как бы, да, вот этот барьер, я могу сказать, что мне как бы и пришлось его сделать, да, этот шаг, как бы, переломить себя, но опять же таки, это всего лишь переломить свои какие-то представления неживые. Но у тебя было желание. Ну, у меня оно появилось после того, как я поняла, что то, что я делаю, как я делаю, ну, меня не будет, меня не станет. Мне было да, очень... Да, я к тому, что очень важно вот это внутреннее намерение, когда да? рождается вот это желание, воля к чему-то, то сразу подтягивается все, что нужно для этого. Все инструменты, да. Там, мастера, проводники, знания, все приходит. Намерение было прям не то, что сформировано, а оно выстрелило, оно просто взорвалось. И все. И пошло-поехало. Так, да, теперь... поэтому точка готовности, это действительно, когда вот уже вскипело так. Когда, да, когда
Да, желание сформировалось 1000000%. Все, когда назад, ты понимаешь, как сказала одна моя подруга давно-давно, лет 10, точка невозврата. То есть ты да. чувствуешь, я у нее услышала эту фразу, точка невозврата. Я почувствовала, что все, точка невозврата пришла. Дальше, будь что будет, так как есть, я не понимаю, не знаю, не могу, не хочу, все. Точка. Вот, да, я больше так не хочу, да, я больше так не согласна, да, и тут вот это вот решение к переменам, когда созревает, вот оно уже все, оно уже здесь случилось, остальное дело техники, но иногда действительно, вот даже есть в терапии, да, такой метод догрузить клиента, да, когда вот он еще, ну, вот такой, ну, как бы да, но как бы нет. И чтобы он по-настоящему почувствовал, да, вот буквально дать ему в руки что-то тяжелое, пока он над этим думает. И там рождается истинное желание, да, когда вот этот импульс, да, такой, да, все, я больше так не хочу, да. Я по жизни периодически замечала, что прорывы у меня какие-то внутренние, да, ну и, как бы, соответственно, внешние, происходили после того, как, ну вот, после какого-то кризиса. Неважно, то ли на работе, то ли дома, неважно. То есть, и потом происходит вот этот вот... И у меня был вечный вопрос, ну что за прикол? Ну неужели нельзя просто, чтобы легко, чтобы без этих вот непонятных взрывов, без эмоциональных всплесков, без каких-то проблем? Можно просто? Ну, видимо, нет. Можно, можно. Можно, в моем случае, ну как бы, ситуация такая. Не надо себя достать. Можно, но надо захотеть. Надо захотеть. Ну, в общем, разные алгоритмы этого да. как это происходит. Теперь читаю вопрос. Да. Если я чувствую, например, обида и душит, Анастасия, ваш вопрос, как выпустить в моменте? И, наверное, прочитаю дальше, также Анастасия написала. Болезненная реакция, злость на партнера. Хочется научиться экологично проживать свои эмоции, чтобы не трогать личные границы другого человека. Ну, это продолжение, да, того вопроса. Как эмоционально эмоции свои проживать в моменте? Ага. Но если это осознается, да, это уже полдела, да, я чувствую... Это уже крутяк. Да, это я не просто сливаюсь со своей реакцией, не осознавая, что происходит, да, это не просто я впадаю там в крик, в истерику, да, там во что-то такое, и я не осознаю, что происходит. А если я это уже отлавливаю, это уже полдела. Когда я в обиде на кого-то, да, это вот... Есть такие чаши весов, да, есть такое взрослое равенство в этом балансе. Если же я обижаюсь, я передаю за себя кому-то ответственность, да, то есть у меня ожидание, что кто-то мне что-то даст, да, кто-то для меня что-то сделает. То есть моя радость, мое счастье зависит от кого-то. Этот кто-то, он же понятия не имеет, что я от него жду, ну, по-честному. Откуда же он знает, да? Мы-то думаем, что все догадываются, но нет. У всех свои представления о жизни, да, и о других людях. Поэтому, когда этот человек поступает не так, как я ожидаю, а скорее всего это будет так, ну, он-то не в курсе, что я жду. Попасть вот прям в это яблочко, ну, реально сложно, если не знать. То я начинаю чувствовать обиду. Как будто мне не додали, да, не оправдались мои ожидания, я обижаюсь. Да. Мы так делаем в детстве. В детстве это нормально, потому что мы там действительно зависим от мамы с папой. Если они нам что-то не дали, то я на них обижаюсь. Да. Но когда я уже взрослый человек, то важно по-честному принять тот факт, что я уже способен обеспечить меня всем, что мне необходимо для жизни. Ну, правда, способен. А вот хочу я это делать или не хочу, это уже вопрос. Вот это уже мой выбор. Да? Я могу передавать за это кому-то ответственность, и, возможно, мне с этим нормально. Тоже честно. Это тоже про честность. Да? Я могу так устроить свою жизнь, так тоже можно. Но получаю я от этого удовлетворение или нет, тут уже вопрос к себе. Это да? честность с собой. Поэтому проговорить эту обиду действительно важно, да, ее можно выразить вслух. Но из я позиции, да, я ожидала, и получилось по-другому. Мне горько, мне обидно, мне вот, ну, я огорчаюсь, да, мне так неприятно, да, я вот прям какое-то разочарование испытываю, да. Но я признаю, что это были мои ожидания. И прямо вот отлеплять это от того человека,
Он тут ни при чем, он не знал, чего я от него жду, к примеру. Да? И проговорить это действительно важно. Вот это когда разделяется, есть человек, а есть мои неоправданные ожидания, да, не сбывшиеся. Я испытываю это чувство к моим ожиданиям, не к нему. Тогда все То есть, получается, свободны. Да? Обида – это просто чувством, внутренняя игра. Да, чувством сказать «да», но эта обида, она подсказывает, чего я для себя не делаю. Да. Почему я себе этого не делаю? Почему я себе не даю то, чего хочу, а жду от кого-то? Сколько я буду ждать? А вдруг никто не даст? Я так и буду ходить, вот, обиженной. Но так тоже можно. Так тоже можно. Но тут вопрос, поэтому... вопрос главный, как выпускать в моменте? То есть как проживать? Да, сказать это, да, я чувствую обиду. Мне сейчас очень обидно признать это. Признать это, сказать этому чувству «да». И прям поблагодарить его за то, что оно подсказывает, что я себе не даю. Обижаюсь-то я за что? Вот, и вот этот ответ, на что я обижаюсь, да, взять себе на пользу, да, в том смысле, что в этом ответ, чего я хочу на самом деле. Какое-то мое желание не реализовалось другим человеком. Ну так он по-честному и не должен был. Мы можем, вот еще момент, мы можем с ним договориться. Мы можем с ним по-честному договориться, да, но принимаем тот факт, что он имеет право отказаться. Ну, меня имеют право не любить, со мной имеют право не дружить, со мной имеют право не играть. И моему предложению могут сказать нет. Человеку может это не подойти. Это по-честному. Тогда и мне можно то же самое, да, точнее, лучше с себя начать. Когда я могу кого-то не любить, кому-то сказать нет, мне это не подходит. Я тебя люблю, но мне это не подходит. Да? Если я свободен в этом, тогда я позволяю другим людям в этом быть свободным. Если мы договорились, ну классно, все счастливы. Да? Тут уже про обиду ничего. Что-то поменялось, мы это обсудили, да, пересобрали ситуацию. Да? То есть здесь еще вот тоже такой интересный момент, да, вот мы как-то с тобой поднимали тему договоренности, да, что как будто договоренность это какой-то компромисс, как будто мы договариваемся, да, типа не совсем мне, не совсем тебе, но как-то мы вот сошлись. Но вот для меня это распаковалось как наоборот, да, это точка соприкосновения наилучшего варианта для обоих. Это не про компромисс, в смысле, что не по-твоему, не по-моему, но как-то будет, да, все недовольны, но как-то оно есть. Наоборот, все лучшее для меня совпадает со всем лучшим для тебя. Если это пересеклось, да, то это классно. Если это кого-то не устраивает, мы пробуем по-другому. Ну это да, это просто на самом деле договоренность может быть как и компромиссом, но мы говорим конкретно о том, что 100% как нам... Счастью себя и других людей, да, мы же про это. Да? Как испытывать радость от этой договоренности? Да. Вот. И злость, да, там, гнев на близких людей, это же, в общем-то, производное, да? Чувства, которые во мне поднимаются в ответ на что-то, это, опять же, мой путеводитель, мой навигатор. Я гневаюсь на то, что происходит. Что здесь есть не так, как я хочу на самом деле. О чем мне говорит моя... На что я злюсь? То есть то, что я испытываю по отношению к кому-то, я на самом деле обращаю на себя. Да? Я-то на себя за что злюсь? Я на себя за что гневаю? Чего я до сих пор для себя не сделала? Вот так, что уже прям злюсь. Что аж прям злюсь? Да, я помню, мне пришло осознание как-то давно, ну, в общем, что... Все, что я хочу от кого-то, это я хочу от себя. Все, что я хочу для кого-то, это все, что я хочу для себя. То есть кто-то просто мне помогает это увидеть. Это был просто взрыв вообще понимания, что происходит. Энергия гнева, да. А энергия гнева, вот этого чувства, это потрясающее топливо для действий. Без этой энергии сложно сдвинуться с места. А гнев, он мощный, да, это прям хорошая турбина такая для того, чтобы что-то сделать. Поэтому посмотреть, на что я злюсь, чего я себе не даю по-честному, хотя могу, вот могу, но не хочу почему-то. Правда ли не хочу?
да, какие у меня, может быть, у меня выгоды какие-то не давать это себе самой, да, но опять же, я тогда смотрю по-честному, вот я манипулирую кем-то, чтобы, или можно проще дать себе и освободить всех, да? Класс. Поэтому пока мы это не признаем, да, пока мы не поблагодарим эти чувства, эти ситуации, не примем их и не поменяем что-то, они будут крутиться, 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 вот, потому что потребность не закрывается. Не закрывается. Вот Настя пишет, та же девушка: благодарю, очень зашло, у меня как день сурка, одна и та же ситуация вызывает обиду и злость. То есть оно будет покупаться, оно будет постоянно проживаться до того момента, пока мы не посмотрим внутрь. Пока мы это такие волшебные пендели, да? Но это же для меня, это же любовь вот такая. Вся жизнь, для все, что происходит. Но это тоже, опять же, таки точка обзора, точка, как я смотрю на мир, на жизнь, на вообще на все. То есть я борюсь с жизнью и со всеми деталями, которые вылазят, или я воспринимаю тоже как-то, был у меня момент осознания, что вся жизнь, она вообще вся для меня. Это момент только в том, как я это воспринимаю. Она для меня. Как и научить меня, так и сделать мне хорошо, так и чтобы я проснулась, что-то осознала, поняла, чтобы я кайфовала, это все для меня. Все. Любая деталь. Как бы мозг не оценивал, плохая, хорошая и тому подобное. Это все детали. Ну, на самом деле важные. Да, это такая восхитительная и настолько простая магия, да, что вот, как говорится, ну, это настолько просто на самом деле, что даже сложно осознать, насколько это просто. То есть в ответ на наше сознание, да, на то, в каком состоянии находится наше сознание, что оно излучает, действует все. Наше тело работает на это. То есть любой каприз, вот по-честному, любое желание и даже без денег тут же реализует мои клеточки, мои ткани, мои органы, все мое тело, все да. Пространство дальше, потому что телом мы не ограничиваемся, да, за физическим идет эфирное тело, да, там астральное и так далее. Это все продолжение меня. Вот это пространство вокруг меня, это тоже я, и оно тоже на меня работает. Да? То есть все, что проецирует мое сознание, материализуется. И пространство не знает, я, ну, типа понарошку этого хочу или правда, да, это, ну, я сейчас правда радуюсь, да, или я натягиваю улыбку, оно говорит да всему, что я излучаю, да, как, вот, тоже есть классный анекдот, как там женщина идет по дороге на работу, да, это как, начальник придурок, зарплата маленькая, дети там какие-то бестолковые, муж козел, там все такое, там, сверху так в канцелярию, ну, как бы понятия не имею, зачем тебе, но записываю. Все, что хочешь. Все наши мысли, да, все наши вот эти вот убеждения, установки, программки, они все работают. У тебя это есть? Ты, значит, это мое желание, которое обязательно реализуется. Мы буквально творим свою вселенную, мы творим свою реальность. Просто вот этот момент осознания, что здесь на самом деле все, как я хочу. Вот прям сейчас. Прям сейчас, да. Все, что у меня есть, это я когда-то хотела. Просто только в курсе ли я об этом? Все. Да. Единственный вопрос. Светочка, я чувствую, что мы тему высветили классно. Чувствую, что потихонечку подходим к концу, но у меня есть один вопросик. Еще одна грань, которая всплывает, вот когда люди, когда я пользуемся компенсацией, радостью как компенсацией чего-то другого. Поступают такие вопросы. Например, если я вот что-то начинаю делать хорошего, да, ну как бы, при этом чувствую непонятно что, вопросы такие: а что в этом такого? Что здесь плохого, что я вот там, например, переключаю свое внимание на кого-то, на что-то, лишь бы не смотреть внутрь? Что, даже не то, что лишь бы не смотреть внутрь, а что плохого в том, что я вот делаю то, что я делаю, да, не обращаю внимания на то, что внутрь? Что здесь плохого? Как ты чувствуешь?
Ну, как бы плохого-то, ну, плохого ничего. Ну, все как есть. Просто есть какая-то причина и какое-то последствие потом, да? Ну, вот все вот связано так, да? Есть причина, следствие. Будут какие-то последствия. Даже если... Если я не смотрю, да, ну, там, к примеру, ну, я не знаю, сижу, пилю себе ногу. Ну, ничего страшного, ну, пилю себе, ну, скоро отпилю. Видеть еще, Света, это еще надо увидеть, что это как, ну, что так это так. Это действительно, это не хорошо и не плохо. О. Это просто какой-то очередной опыт. Это какая-то пища для осознания. Я когда наблюдала вот с этим вопросом, да, этот момент, пришла к тому же, что вопрос вообще не в хорошо и не... а что здесь плохого? Это опять же таки прикрытие. Вопрос вообще не в плохом и хорошем. Вопрос, ты в этом счастлив или нет? Как ты себя... Блин, ну тут всегда, понимаешь, вот этот вопрос, как я себя чувствую... Что-то у меня всегда всплывает, ну, типа, что мало людей обращают внимание, мало кому это важно. Но это такой самообман, это такой уже грубый самообман. Ну, значит, он тоже для чего-то нужен. А ну, давай раскроем. Ну, смотри, все же не просто так. Вот этот период, пока мы спим, он тоже нужен. Вот бабочка перед тем, как распахнуть крылышки, она тоже сначала ползает гусеницей, да, потом сидит в коконе, но это проскочить это не получается. Ну, это для меня это значит то, что мне, ну, мне, например, нужно наесться этого самообмана до того момента, когда я пойму, что это такое. Ну, то есть, самообман сам по себе, ну, наверное, ничего плохого. Опять же таки, ничего плохого, да? Смотри, но вот. Есть... Это даже вот такое, чтобы что-то осознать, нужен материал какой-то для этого, для вот этого инсайта. Если ты никогда не проживала самообман, что тебя будет толкать к этому осознанию? Да? Ну, как бы. Откуда ты знаешь, что такое самообман, если ты никогда этого не проживала? Да, это очень классный пендель. Это опять же ясность. То есть, блин, сейчас знаешь, какая тема всплывает? Вот этого хорошего, светлого, или даже не так. День начинается когда? Он начинается ночью. Пока мы не залезем в свои подвалы, когда вот этого всего якобы плохого мы, да, не наедимся. Это про принять все. Внимание, да. Прочувствуем это все. Белый свет, он как бы и безвкусный. Он, ну, мы его не можем почувствовать. Опять же, все в чувствах, все... Да, это как вот, если мы что-то в себе душим, оно будет стучаться громче всего, потому что, ну, ему же всего куда-то деваться надо. Если я давлю в себе какие-то чувства, я их сейчас не буду называть ни негативными, ни позитивными, они просто чувства, они просто есть, они живые, они рождаются, им надо выйти в мир. А они не могут выйти, да, они, ну, как бы, зачатие произошло, а родиться никак. И они будут стучаться как угодно, да, там через какие-то, ну, какие-то странные ситуации, через какие-то болезни, через что угодно, но они будут стучаться и проситься выйти. Им просто надо выйти через какое-то действие, да, как-то из клеток выйти. И пока мы будем их душить, они будут просить внимания, да, и нам будет казаться, вот эта вот борьба, она будет длиться столько, сколько нужно будет, чтобы прийти к принятию. И это тоже классный процесс, он тоже нужен, он тоже куда-то движет. Это, да, не тоже, это как раз, ну, да, да, как раз то, что надо. Это же как вот эти вот негативные, позитивные чувства. Принимаешь в себе что-то, угу. И все, ты когда до целого в этом соединяешься, да, вот, ощущаешь вот эту полноту, там исчезает разделение. Угу. Угу. Вот это само разделение. Это же вы... И все эти, ну, как бы, лабиринты, которые, ну, опять же, да, тогда я, да, тогда у меня есть и день, и ночь, да, тогда у меня есть там и агрессия, и нежность, да, и еще вот какой момент, мы же пока запрещаем себе негатив, мы не позволяем себе и позитив. Да, оно идет в обе стороны всегда.
Потому что, еще раз вернемся, да, все существует между. Если мы возьмем какое-то качество, у него будут две полярности, между которыми оно существует. Это вот как сила, слабость, да, и вот этот вектор между ними, этот, вот этот поток энергии существует между пиковыми точками силы и слабости. Это одно и то же. Если я запрещаю себе слабость, я не могу пользоваться силой. Я себе запрещаю весь поток, я не могу его как-то кусками брать, да? То есть у меня это либо работает, либо нет. Если я становлюсь сильнее, не туда, не сюда. Да, чем сильнее я становлюсь, тем больше слабости я могу проявлять, да? Потому что это градация, это вот как градиент такой, да? Но это одно и то же. Грубость и нежность, да? Если я не могу быть грубым, я не могу быть и нежным. Вот, ну, это магия, да, вот этой целостности. Пока я себе что-то не позволяю с одной стороны, другая сторона тоже не работает. Нужны два крыла. Ага. Чтобы птица поднялась у нее во 100%. Точно так же, если брать палитру, ну и как минимум радугу, да, там нет плохих или хороших цветов, да, то есть просто есть, ну, как бы уровни, туда же вибрации от красного до фиолетового или как там. Да, 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 это же спектр, да, это спектр. Просто спектр. Вот есть какой-то пучок, да, вот какое-то качество, которое мы выбираем, и оно, понятно, что оно будет вот между каких-то, между полюсов. Да, в человеке просто... этот спектр проявляется очень разными моментами, а в человеке есть также мозг, который начинает оценивать, ну и пошло-поехало. Да, я вот просто вижу даже такую картинку, да, для иллюстрации, что это вот как буквально шар, целостность, сфера, и вот эти качества, да, они как оси, да, пронизывают этот шар, и мы видим на поверхности какие-то, ну, как бы крайние точки, да, вот эти полюса, а все внутри. В чистом виде вот эти полюса, они практически не проявляются. Это какая-то одна точка, да, вот одна частица. Класс. Все остальное между. Не бывает в чистом виде, там, не знаю, гнева, да, или в чистом виде какой-то доброты. Оно все такое вот смешивается, да, вот эта палитра рождается в перетекании вот этих оттенков, тонов, полутонов. Даже вот почему мы с тобой начали исследовать радость и поняли, что ее дофига, этой радости всякой. Потому что в чистом виде тут практически ничего не существует, да, оно все равно как-то окрашивается чем-то. У каждого свой смысл, у каждого свое ощущение, проживание. А радость, это вот это единство в многообразии. Да. Притом радоваться, если говорить про радость, да, то есть чистую радость, она-то тоже разная. То есть можно радоваться тихо, например, а можно радоваться бурно, но при этом 100% по-честному рад. Ну, то есть, в общем. Красота. Да. Но тут, опять же, периодически у меня бежит вот эта фраза в голове, что мы настолько многогранные, что без чувств, ну, голова не справится никогда. Ну, то, что так, никогда не справится. Справляться? С чем ей справляться-то, да, голове? Да, да. Тут даже просто нам нужно. Это навык вот по поводу эмоций, чувств. Нам просто необходимо это просто знать о себе. Это просто знать о себе. Ну, как бы, знаете, да, да, да. Вот это действительно, это базовые какие-то вещи, которые стоит вот с рождения себе открывать, да, и развивать как-то, не заглушать, не складывать это на полочку куда-то как ненужность. Потому что голова действительно, она ничего не решает на самом деле. Она не помогает в решении вопросов. Сколько бы мы о чем-то ни думали, это не меняется. Да. Думать, как Макс говорит, думать медленно. Осознавая, кто мы, да, что такое человек вообще, думать медленно. Ну, то есть это... Ну, действительно, голова, она не действует. Она ничего не поменяет в реальности. Пока это не превратится в какое-то чувство, эмоции, действие, ничего не поменяется. Голова – прекрасный инструмент, если он на своем месте. Она – прекрасный инструмент, да, да, только ей надо выполнять свою функцию, да. Что ты чувствуешь? Как ты чувствуешь? Я просто вообще наполнена
Мне кажется, что я проговорила все, что мне хотелось. Что касается Да. радости. И вот этой темы. Если что-то хочешь еще добавить, я очень... Ну, я отвечаю на твой вопрос, да, чувствую такое легкое возбуждение, такое очень приятное, да, от того, что вот про это можно поговорить, да, про то, что есть возможность сейчас поднимать эту тему, да, что можно вот так легко это передавать, вот это состояние, ощущение, свое чувствование, свое видение. Это очень вдохновляет, потому что так или иначе мы тут все, уже все переопыляемся тут как-то. Да, поэтому очень классно, что есть такие возможности. Очень классно, что мы все-таки начинаем, ну, мы всегда чувствовали, да, мы все-таки как-то притягиваемся в этом, да, резонанс работает, да, люди друг друга находят, людям есть чем обменяться, да, вот, вот как мы сейчас покрутили это понятие, да, поиграли в этот пинг-понг. Пусть идут волны по воде, кому надо, да, кому что надо, тот и почерпнет в этом. И для меня многое тоже здесь случилось, да, что-то такое простроилось, прояснилось. Да. Потому что коммуникация — это великая вещь именно для того, чтобы картинка чистилась, да, чтобы мы вот к этой ясности... Вот, это одно из для чего вообще? Мне хочется. Для чего, да, да, чтобы коммуницировать, да. Вот для этого уже голова как раз подходит. Поэтому я рада. Я чувствую радость. И я. Да. Без компенсаций. Да. В конце хотела сказать, что если есть у кого-то какие-то вопросы отдельно или лично, или как сказать, Светлане или мне, мы всегда открыты, да, Света? Да, да. Как что-то закрывать-то, собственно. Да, личное сообщение, да. Есть страница, есть возможность. Да, все открыты, все готовы, поле работает, да, нужные люди притягиваются. Мне сейчас поэтому... хочется, конечно, сказать, какие сессии ты можешь проводить, но у меня название с названиями проблема. То есть там трансовые, не трансовые. Да, все случится как надо. Если есть вопросы, напрямую пишите, если есть даже, возможно, не вопросы, а просто вот какой-то зов изнутри. Пишите, мы открыты. Да, да. Оля тоже удивительно тонкий, глубокий, чувственный проводник, да, вот в эту сферу. Я сама знаю, да, ты и меня проводила очень такие удивительные процессы. Насколько я чувствую Олю, да, то вот ее ментальная часть, она настолько красиво сплавляется с чувственной сферой, да, и вот в этих двух потоках такие сокровища рождаются, да, что-то такое новое. Так что очень, да. Поэтому буду очень счастлива за тех, кто и в твоем поле как-то трансформируется, что-то для себя откроет. Благодарю за эфир. Да. Светочка, сначала тебе, всем, кто присутствовал. Поле, в общем, поле ясности, поле открытости. Как-то недавно меня взяла фраза, что в этом деле познание себя, раскрытие этой ясности с разных сторон, нет ничего личного. И я прям это чувствую. То есть, чем больше я открыта с собой, ну, то есть, опять же, смотрю внутрь, тем легче делиться любым чем. Потому что, правда, из целостности, ну, какие же там личности уже? То есть, если есть там какой-то писатель, который вывел 38 драм всего лишь, ну, то есть, он просто, ну, список, да, есть книга. 38 драм, который, или 36, или сколько их там, я не читала эту книгу, но слышала о ней. То есть, человек на самом... Да, драматических сценариев, да? Да, то есть это всего лишь сценарий, по которому живут все.
осознают это или не осознают, второе дело, но человека на самом деле понять не так, тоже, точно так же, и Сергей Долматов говорил, что у человека проблем-то раз-два и обчелся, то есть как бы просто туда надо посмотреть, и все, просто надо посмотреть. Да, они перестают быть проблемами. Да. Они перестают быть проблемами, вот, душа стремится проживать, опять же, любимая, одна из любимых фраз, проживать одно и то же, до того момента, и столько раз, пока мы не проживем с любовью, да, эту ситуацию. Все. Больше того, ты сейчас такую классную мысль вот озвучила, да? Вот почувствуйте, мы же на самом деле здесь проживаем одно и то же. Одно и то же. У всех. Мы все проживаем одно и то же. Чувство. И это убирает вот эти, вот этот панцирь, как будто, ну, вот только со мной такое происходит, да, все остальные нормальные люди, а со мной что-то... Да, а со мной что-то не так. Мы все одинаково в этом уязвимы, мы все одинаково чувствительные и чувственные, да, мы все проходим, по сути, один и тот же опыт, да, ну, только там в каких-то разных комбинациях. Но мы в этом едины, да, мы в этом едины, и это, когда вот это вот осознаешь, рождается вот такой настоящий коннект. Отпускаются, да, все границы, и такой, опа, здесь есть люди, люди меня... Да, не надо уже ничего своего защищать, да, и в этом свобода, да, в этом красота, что ты такой же, как и я, ты тоже я, да. Ты тоже я. И тогда все, что я делаю для себя, я делаю для всех. Когда я научилась с собой бережно в любви обращаться, да, относиться к себе вот так вот заботливо, делать себе счастье, да, поддерживать свое счастье. Я это делаю для всех. Это случается со всеми. Вот в твоем поле, да, человек приходит, тебе ничего не надо делать, но в твоем поле с ним происходит все то, что произошло с тобой. Он считывает все твои трансформации, да, все вот эти вот вибрации, он берет как бы твой опыт себе, да, мы же этим обмениваемся. И ничего, это происходит автоматически, да, это, ну, законы Вселенной, да, мы попадаем в резонанс, и для нас происходит, мы на те же частоты настраиваемся. То есть это даже буквально так. Ничего не надо, просто... Просто быть, да, да, просто быть, и внутри, когда это происходит, мы начинаем это транслировать. Ну, и в таком случае... и эта частота влияет на других людей. И не с кем бороться, некому что-либо рассказывать, доказывать. Я не знаю, там, скрывать что-то, бояться. Да. Кстати, блин, в последнее время это вспоминаю часто. Говорят, что в Библии написано 365 раз, то есть один раз на день. Не бойся. Вопрос. Почему? Для чего? Как это так? Ну, потому что. Да, не бойся, я с тобой, вот хочется дополнить, да, потому что просто вспомни, да, потому что мы здесь никогда не одни. Мы в такой любви и заботе. Ой, Света, что делать, что делать? Или вопрос не в этом? Да, предлагаю следующий эфир красиво погрустить, к примеру, да. Ну, мы можем... конечно, запланировать, но получится ли, я не знаю. Попасть, да, в такое же. Я видела в начале эфира, кто-то писал что-то, и потом я помню, что я хотела его прочитать. Вот, Катя писала. Я как раз вчера дивилась видео Светланы. Потужно. Я так понимаю, что это про эмоции. Возможно. Ну, я... Возможно, еще на эфир, не знаю, не написано. Так и є. Цікаво спостерігати цю імітацію в соціумі і звільнятися самі. Ну, наверное, да. Это правильно. Да. Все, это вот как в музыке, да. Ну, вот Олечка точно всех через это может провести, да. Мы все камертончики. Мы чувствуем, что гармонично, а что нет. Не имея никакого музыкального образования, да, там, ну, а это тоже шаблон, если по-честному, да, это тоже уже какая-то надстройка, да, такая искусственная. Мы все изначально от природы чувствуем, что гармонично, что нет. Мы чувствуем, что фальшиво, что нет. Поэтому, да, это огромное счастье, удовольствие, радость освобождаться вот от этих социальных шаблонов и доверять своим чувствам, сонастраиваться по-настоящему из сути. Да,
касательно музыки, это вообще такое раскрывается. Но это потом, ну, какой-то другой эфир, потому что... Ну, я, во-первых, еще не готова об этом говорить, потому что у меня такие точки, и у меня, ну, происходит непонятно что пока. Ну, как это? Короче, переваривается оно все. Как это потом соединить со словами? Но да, да, мы чувствуем. Мы чувствуем теперь просто, опять же, ну, возвращаемся всегда. Честность с собой, уровень, степень честности с собой, и он возвращает нас всегда в этот момент. Сейчас. Да, в этот момент и в себя. Я не могу быть собой, если я фальшивлю, да, если я где-то в другом месте. Ну, точнее, я нигде не могу быть в другом месте, но пока я не проживаю свое, ну, как бы я не я. Я не я. Я не изучаю то, для чего вот я здесь, то, для чего я предназначен. Да? Это вообще еще очень крутая тема, это вот к предназначению ведет, да, вот все там, кем не быть, что мне делать. Это только чувства, да, в это могут провести. Знаете? Мое предназначение вот здесь, в этом моменте, делать то, что я сейчас чувствую. Да. В общем, красота красотишная. Да, это, ну, как бы не останавливаться. Я как вспомнила в 11 классе, когда мы сдавали экзамен с английского языка, 30 тем надо было выучить, я думаю, у всех так. То мы их знали до того, ну, настолько, что мы могли с первой по последнюю, переходя с темы на тему, соединять смыслами все темы. То есть это было... Ну, сестра потом говорила, что в тот период я и ночью говорила на английском. Просто мозг взорвался. Так же и здесь. Это тема, которая цепляет... Ну, да не эта тема, вообще все это, оно между собой связано. Поэтому можно не останавливать вечный эфир. Сделаем шоу, когда реалити-шоу. Наверное. Не будем все это выпускать. Потому что, ну, потому что я люблю это делать. Что хочу. Вот, по поводу серии эфиров «Два слова». Это первый эфир. Вот я беру паузу. Посмотрите, как красив человек, который делает то, что ему нравится. Это просто... Да, ну как бы. Да, я просто на тебя любуюсь, да. Я, кстати, смотрю и думаю, как такое... Это два слова. В общем, есть вот эта вот страница у меня, моей группы, и мои музыканты заходили смотреть, кто подписан на эту группу, и говорят, мы тут, короче, собрались и пересмотрели, кто подписался. Вопрос. У вас все там такие красивые? Я говорю, ну как? Видимо, да. Да. Это так. В общем, все. Можно говорить и говорить, останавливаться не хочется, но я думаю, что пора. Я благодарю тебя. Тут пишут девочки, вы чудо. Красота в глазах. Вы тоже чудо. Я благодарю это тебя, благодарю Полю, благодарю всех, кто смотрел, благодарю всех, кто будет смотреть в Ютубе, потом на Фейсбук запущу ссылку. Всем азъесим, всем любви безусловной. Будьте честны с собой. Это невероятная красота, невероятное состояние сознания и вообще. Я тебя благодарю за приглашение. Я тебя поздравляю с тем, что таки родилось, да, вот реализовывается твое намерение, твое желание. И то, с каким зарядом ты это делаешь, да, это настолько ощущается. Я желаю этому красивого цветения. Пусть это приносит тебе и тем, кто соприкоснется, счастья, радости, роста в этом развитии, да, реализации вот этой вот творческой внутренней. Я тебя благодарю за твой внутренний огонек. Ты зажигаешь такие ощущения, такие эмоции. Благодарю тебя за твое чувствование. И всем огромное спасибо за присутствие. До скорой встречи. Да. До новых встреч, да. Всем чудесного дня. Теперь выключить и не поделать вопрос. Давно не делаю этого. В общем, всех обнимаю, всем пока. Пока-пока.